Друзья, в наше непростое время сейчас кэшбэк это есть очень даже хорошо. Сейчас мы с вами выведем тот кэшбэк, который у меня пошел по рефералам. Давайте посмотрим в целом, сколько мне пришло денег. Вот я получил раз по 150, остальные по 50 у нас рефералы идут. И где-то здесь у нас был второй. То есть вам нужно скачать приложение по моей ссылочке. Вот и второй раз пройти регистрацию, и вы получаете данные денежки. Можете пользоваться, выводить на карты без комиссии и так далее, и так далее. Очень большие преимущества, кэшбэк и скидки. Но самое главное то, что работает реферальная система, и это приятно. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о почтовом отделении, такое как Укрпочта, как они работают. Чем она отличается от новой почты, лучше ли она, лучше использовать ее. Ну, в общем, все эти нюансы я вам сейчас расскажу подробно. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Ребят, смотрите, я столкнулся с такой ситуацией, мне нужно было продать аккумулятор на мотоцикл. Вот, я пришел на новую почту, без коробки, без ничего. Мне сказали, мы принимаем такие вот вещи в данном случае, только в заводской упаковке. Для меня это было просто много вопросов, что вообще. Ну ладно, я пошел на Укрпочту, естественно, сообщил человека, покупателя, который будет покупать. Если все, взял адрес и пришел, отправил. Вот вы сами видите, что... За 3 дня она добралась до места назначения, плюс-минус где-то 460-470 километров преодолела от моей точки в данную точку. И как вы понимаете, то, что если вы не оформляли через OLX доставку, то есть ее ранее не генерировали, это все делается, неважно, нету смысла, там гривен 20 человек платят за отправку, по-моему, может гривен 50 там за отправку денег назад, то есть деньги после получения точно так же будут дня 3 идти, то есть не сразу вы получаете, ничего страшного, то есть 6 дней неделя, но зато вы не переплачиваете то, как это есть на новой почте. На новой почте вы заплатите гривен 200 плюс комиссия от суммы, то что вы заплатили, и плюс, ну да, оно быстро будет, 2 дня туда, 2 дня обратно, в зависимости от дистанции быстрее придет, конечно же. Но по Укрпочте вы это сделаете намного дешевле, ну а по безопасности, наверное, будет точно так же, как и с новой почтой. Там, конечно же, наглеют. Цель была донести, то есть сколько дней она идет туда, столько же дней она идет и обратно, с теми же самыми деньгами. Ну, если вы, конечно, не договорились, что человек вам уже оплатил на карту, вы просто отправляете по факту товар на честность, здесь работаете. Вот и вся суть, что я хотел донести. Как по мне... Я нахожусь там, где у меня есть всего два выбора, это новая почта, либо Укрпочта. В других городах есть и Джастин, и другие, это вообще супер-пупер как бы предложение для выбора, как бы там вообще четко вам могут привезти прямо домой, и не будет таких баснословных цен, да и вообще это все будет бесплатно. Ну, оно все работает бесплатно до тех пор, пока себя не зарекомендую, точно так же, как это было с новой почтой. Если у вас возникнут какие-то вопросы по Укрпочте или новой почте, я всегда готов вам ответить. Есть у меня видос про новую почту, которую я писал, как они накидывали цены там и так далее, и так далее. Если будет интересно, в описании под видео вы можете найти этот видос и тоже с ним ознакомиться. Там тоже довольно-таки очень интересная история. А пока от вас требуется подписка, лайк, комментарий, поделитесь видео с вашими друзьями, близкими и знакомыми, дабы больше люди владели информацией. Дальше больше, скоро увидимся.